наша земля испокон веков славилась своими мастерами, создававшими ювелирные изделия невероятной красоты. Эти творения искусства несли в себе древнюю силу. Растительные мотивы, как символ природной и вселенской мощи. Олень, связывающий охотника со своим тотемным покровителем. Солнцеголовое божество, напоминающее о культе солнечного диска. В то время особое развитие получили женские украшения. Серьги, цепочки, алка, ожерелья, кольца. Наследником ювелирного гения наших предков по праву является компания «Казах-ювелир». Отправной точкой ее создания можно считать открытие казахского отделения всесоюзного предприятия «Ювелирторг» в августе 1941 года. Среди ювелиров советских республик всеми гранями засияло мастерство казахстанских зергеров. Их изделия всегда отличались в буквальном смысле филигранным качеством. В последующем более 40 салонов на территории Казахской ССР послужили основой для розничной сети «Казах-ювелир». В наших салонах всегда можно было приобрести лучшую продукцию, как собственного, так и зарубежного производства. Компания прошла богатый исторический путь от первого магазина до крупнейшего оптово-розничного и производственного предприятия республиканского масштаба. Сегодня АО «Казах-ювелир» владеет салонами в 15 городах, давая возможность жителям нашей страны сделать драгоценный подарок себе, своим любимым и родным. «Казах-ювелир» сотрудничает с крупнейшими ювелирными компаниями России, Белоруссии, Украины, Армении и Италии. Благодаря своему профессионализму, инновациям, «Казах-ювелир» широко известен и за пределами Казахстана. Компания работает только с проверенными партнерами и тем сырьем, качество которого гарантировано. Процесс создания ювелирных изделий из золота начинается с литья. При этом используется золото чистейшей 999-й пробы, из которого затем получают золото 750-й и 585-й. Чтобы придать работам прочность, к золоту в различных пропорциях добавляют металлы и их соединения – никель, палладий, серебро. Полученные полоски проходят вальцевание. После утончения металла производится отжиг. Затем вальцевание повторяется. Далее мастера приступают к штамповке. Для этого используется гидравлический пресс. Чтобы удовлетворить индивидуальные пожелания наших клиентов, дизайнерами было разработано огромное количество уникальных штампов различной формы и узоров. Наступает время пайки. А после сборки, промывки и сушки мы получаем готовое произведение искусства. Все изделия подтверждены клеймами завода-изготовителя и пробирной палаты Республики Казахстан. Это гарантирует защиту от подделок. Вы можете быть уверены в подлинности и неповторимости каждого украшения «Казах-ювелир». Нашими специалистами используется уникальная бесшовная технология изготовления обручальных колец. Отсутствие швов символизирует собой гармонию и стабильность, что очень важно для вступающих в брак. «Казах-ювелир» занимается серийным производством и выполняет заказы государственных и частных учреждений. Что подчеркнет фирменный стиль ярче, чем ювелирные изделия с корпоративной символикой? Если вас интересуют оригинальные, стильные подарки, способные потрясти воображение, то наши мастера-ювелиры всегда помогут вам. Использование современных 3D-технологий и лазерной гравировки делает их мастерство поистине отточенным. Важно, чтобы национальный стиль сочетался с элементами модерна.
Авангардные идеи воплощаются благодаря профессионализму дизайнеров и мастеров ювелирного завода, современным технологиям, новейшему швейцарскому оборудованию высочайшей точности и эталонным методам обработки металла. Особая гордость – эксклюзивные украшения в национальном стиле, выполненные в единственных экземплярах. Они приятно удивят вас многообразием материалов, форм и стилей. Каждое из этих украшений наполнено богатым символизмом. Выберите то, которое отразит ваш характер, вкусы, внутренний мир, ваш статус. Создать свой гармоничный и уникальный образ и стиль – это не только искреннее желание мастеров компании, но и проявление настоящего профессионализма. Приобретая украшение «Казах-ювелир», вы получаете частичку души не только мастера-ювелира, но и всей компании –